Дорогие друзья, сегодня мы хотим познакомить вас с Нурланом Ахметовым, художником, который проживает в Алании, в Турции, и рисует портреты Димаша на камне. Его работы выставлены в музее Казнуи в Нур-Султане, где занимается на докторантуре Димаш. Во время экскурсии, которую провел для Кости преподаватель университета, заведующий мастерской на факультете киноискусства и телевидения Талгат Тайшанов, он рассказал о себе и своих работах. В гостях Казахского национального университета искусств Нурлан Рамазанулы, художник, автор работ Димаша Худайбергена, который висит в нашем университете. Хош кедингс. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве и как вы начали заниматься. Когда переехал 10 лет назад в Аланию, встретился такой камень, коралловый камень, и решил на нем попробовать. Когда после конкурса Сингер в Китае, когда увидели Димаша, я решил тоже попробовать на этих камнях сделать картины с изображением Димаша. И вот то, что получилось, вот здесь в музее выставили, спасибо большое. Старался делать эти картины, как он песню споет какую-нибудь, сразу на эту песню, и чтобы связано это было с этим творчеством Димаша. Вот. Потом, когда в 19 году приехал сюда на концерт «Арнау», на стадионе здесь, который приходил, тогда с Димашем и познакомились, с его семьей. Вот. После этого продолжаю также делать его, часть коллекции в Астане есть у меня в мастерской, часть коллекции в Алании, где я проживаю. Мазанула, пожалуйста, расскажите историю создания некоторых картин, которые находятся в музее Казахского национального университета искусств. Если назвать, одна из первых картин была, которая изображена Ева Лонгория, выступал в Париже. Ева Лонгория пригласила его на концерт. Потом, когда познакомился Адриан Бачелли, тоже на фоне Колизея так сделал. И Жан Максима тоже популярный стал в то время. Они тоже познакомились. Просто Ержан Максим тоже поет все песни, Бачелли любит петь в его исполнении. Карагмайт на фоне луны тоже так изобразил тоже народную песню. Потом изображена дата рождения Димаша. Это когда в Нью-Йорке этот плакат ему подарила его фанатка Сильвия Донован. Это когда родился Димаш, в тот день она была на мероприятии с Майклом Джексоном. И Майкл Джексон Сильвии подарил плакат и эту подпись поставил, надпись. И в тот день, оказывается, родился Димаш. Совпадение такое. Совпадение, да. Расскажите, с какого материала сделано такое? Это морского происхождения камень, который под водой много миллионов лет пролежал. Крапинки, это от водорослей, от ракушек. Сколько времени требуется изготовление одного произведения в среднем? 5 дней так в среднем. Смотря от размера, от сложности. Я рамы все сам делаю, это из дерева, все сам от начала и до конца. Ваши картины, Димаша, они находятся в частных коллекциях в разных странах, я так, да? Димаша, да, я кому-то дарил, потом... кроме Димаша, другие картины есть. Есть картина, где хоккеисты нарисованы. В Торонто в музее славы находится, хоккейной славы. Там, где Эспозито и Роголи нарисованы. Вы рассказывали, встречались с Димашем и его родителями, Канатом и Светланой Айтпаевым. Вы что подарили? Какую картину подарили? Я подарил Дениса Тена картину. Это его друг был. А также Димаша бабушке с дедушкой подарил картину, где Мукагали Макатаев и Нургис Атлендиев нарисованы. Я слышал интервью, когда дедушка говорил, когда в детстве Димаш маленький был, они ему пели песни из репертуара тех годов,
когда они молодые были. Мухалим Ахатаев – великий поэт, его песни сейчас везде поют. Нургисат Лендиев – это великий композитор, кюши, исполнитель. Да, конечно, вот на этом музыке вырос и Димаш. Димаш вас вдохновил на создание памятника великому Абаю в Алании. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Когда позапрошлом году был год Абая, 175-летие, всему миру это событие отмечалось. И в это время, как раз летом, Димаш поддержал вот эту инициативу школьницы, которая начала вот эстафету. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласас қара көзі нұр жайнайды, жіңішке қара қасы сызып қойған, бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүз ал қызыл бет тіл байлайды, аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қолмен тізген іш қайнайды. Сөйлесе сөз әдепті хәм мағыналы, күлкісі бейне бұл-бұл құс сайрайды. Он это поддержал, и после этого по всему миру начали все фанаты Димаша петь песни на казахском, иностранцы. Я решил, когда в Аланию приехал, нести свой вклад. Мэр Алании предложил, что хочу поставить монумент Абаю. Он согласился, поддержал эту инициативу, выделил место в Алании в парке. Вот там установили монумент великому Абаю. Потом было открытие, когда и парк переименовали в парк имени Абая Куранбаева. Центр притяжения стал для казахстанских туристов и жителей Тувалани. Рахмет. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал DK Media World, чтобы не пропустить прямой эфир с Талгатом Тайшановым. Мы желаем вам всего наилучшего и до встречи под следующим видео.